Всем привет, всем здравствуйте, друзья! Рад приветствовать вас на канале BorodBro. Сегодня у нас видосик с интересными моментами с моего первого PvP-стрима в нулях. Я надеюсь, вам понравится, сможете поржать немного. В принципе, было весело. Ладно, долго я тараторить не буду, по-любому хочу делать короткое видео, поэтому желаю всем приятного просмотра. Ну а кто там сможет подписаться, подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. А также лайкосик не забудьте поставить. А если вы еще и коммент напишите, вообще будьте красавчиками. Мне нравится их читать, там отвечать и так далее. Ладно, друзья, всем приятного просмотра. Задумал я по PvP-шице немного. Собрал себе кое-какой фит. Вот нечто подобное. Собрал себе, да? Тут получается у меня 357 DPS там флагов. Но на ближней дистанции, на дистанции вот 5 до 7 км, до 7,5. Так, а тут у меня 17 км, ну 14 до 17. И получается ДПС 220. Такой хултанкованный Цоерцер, цена его 11,3 миллиона, судя по этому прайсу. Но это в Амаре. Жить это, по идее, должно быть дешевле, потому что в Амаре вроде как все дороже стоит. И полетели. Давно я не PvP-шился вообще. Так, это что такое? Арбитратор. Положим ли мы арбитратор, а? Да хер там. Потому что он нас сожрет просто-напросто. Поэтому мы его не положим. Но пройти я надеюсь, что пройду. А, блядь. Я не туда пошел. Да, не, я не пройду. Никуда. Я в бабл попал. Поэтому нет, я даже не пройду никуда. Ну, первый блин большим комом. Стабер, блин. Ёб твою мать. Не-не-не-не, пошел нафиг. А, спасите, помогите, мне бушприт ломают. Да. Ну, стабер. Стабер же пулеметный, да, ну-ка? Да, пулеметный вроде как. Но еще и дроны, блин. Пулеметный, пулеметный. О, Эрис. 80 км от меня. Интересно, что у него там на это. Что у него зафичено-то, а? На чем-то, блядь. Слышь, парень, ты на чем? Хрен его знает, на чем. Можно до свидания? Хотя, не-не-не, стоп. 80 км. Локи. Не, можно до свидания все же. А, хотя нихуя, какой нахрен до свидания. Я и не заметил. Огонь! Я и не заметил, что он подъехал ко мне так близко. Но тут до свидания не получится уже никак. А может быть, мне удастся убить этого?
в натуре. Может быть, мне удастся, пока они меня замочат, убить этого. Давай, давай. А, нет, не удалось. Не удалось. Но тут уже точно ГФ, бля. Капсулу можно, бля? Так, нашел Вексер. Что-то фармит. Где фармит, да хрен его знает. Где-то тут, скорее всего, да? Может, на этой аномальке. Но есть предположение, что он на этой аномальке. Попробуем. Блин, я не знаю, в сотку варпать или на нижней. Не, не на нижней. Именно на этой он стоит. Трактором что-то мутит. Давай я рискну в ноль полечу. Включаю варп-двигатель. Я не знаю, что из этого выйдет. Может быть, я просто сдохну опять, но это не страшно. Корабль у меня стоит в любом случае плюс-минус 3 копейки, так что... Почему бы не попытаться? А вот и Вексер. Давай, блин, поближе. Есть? Ха-ха! Есть, пацаны! Сейчас мы его шатнем. Шатаем, Вексер! Не откачивайся, блин. Ты что там откачиваешься, а? Я ему еще броню нафиг не снес. А он уже откачивается, блин. Ты смотри на него. Так, хватит греться. Давай, 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 шатаем, шатаем, шатаем. Давай, 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 бьем, бьем, бьем его, он откачивается, падла, не откачивайся. Не откачивайся, я тебе говорю. Что там у него-то? Ты что откачиваешься? А я сейчас сдохну, да? Да, я сейчас сдохну. Не, я не успел улететь. Не, не успел. Но я его неплохо так пошатал. Так, а можно капсулу? Так, долго думаю. Давай посмотрим, что у нас скажет система. Нанитов, блин, брать на два запаса, наверное, да? Два заряда. Навряд ли мне больше удастся жить. Блин, дай мне вид сверху. О, меня танга шатает уже. Твою мать. Меня уже танга шатает. Давай, 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 тангуся. Подеремся мы с тобою. Меня уже нашли, блин, и шатают. Алло, а вы молчите, пацаны. Что за фигня? Вы чего молчите-то, а? Она из-под меня вытопила, зараза. Исчерпаны заряды модуля. Она из-под меня вытапливает. А, блин, тут 30 километров стоят. Давай так, чтобы ты из-под меня не вытапливал, чувачок. Твою мать, не сгорай, пожалуйста. Не сгорел. Накопитель полностью разряжен. Сука.
Накопитель полностью разряжен. Алло, угомонись. Исчерпаны заряды модуля. Блин, почему я не стреляю по танке? Сука, держит меня хорошо. Накопитель полностью разряжен. Да блин, ну чё ты так быстро разряжаешься-то, а? Накопитель полностью разряжен. Хотя нет, тут смысла нет уже. Да алё, вы чё, вы охренели? То нет никого, то херово тучи чувачков, блядь. Да куда там, блядь, блоберы? Ну ладно. Короче, пока я Вексер искал, меня нашла танга. Ладно, полетели, короче, туда, в ноль прям лечу. Прям в ноль лечу. Прям в Фобоса сейчас залетаю. Да думать ты можешь как хочешь, ты тоже не сможешь бабки на Steam закинуть. Ну, разве что у тебя уже там они имеются. Или что-то еще. Слышь, Фобес. Ты чё, блин, а? Ты чё тут стоишь? Он прошел на ту сторону, блин. Он думал, что я пройду. Да. Ладно. Не знаю. Потом, может, расскажешь мне об этом в Дискорде. Ну что, Фобос? Обратно, блин, приползешь или как? О, Виндикатор ко мне пришел. Это... А ничего не путаешь, Виндикатор-то? Ты с ума сошел или что, придурок? Просто одним залпом Виндикатор меня уничтожил, блядь. Ну что, дамы и господа, я надеюсь, вам видосик понравился, да, поржали, как меня там мочили, блин. Я, конечно, никого не убил, но, ну, точнее, никого не уничтожил, тут убить нельзя, тут же клоны. Не забываем подписываться на канал, там лайкосики, а также комменты писать. Тут я буду с вами прощаться, всем удачи, всем добра и всем пока.